полиции из Буйнакска арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мусорная свалка в Буйнакском районе. 5 гектаров загрязнения. Это наносит ущерб окружающей среде и здоровью жителей. Россельхознадзор прокомментировал ситуацию. Главное религиозное событие года. На центральной площади Махачкалы собрались более 20 тысяч дагестанцев. Уроженец из Буйнакска арестован. Напомним, он задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, а также в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Жители Ботлиха возмущены многолетним простаиванием завода по переработке мусора, расположенного на окраине района. Несмотря на острую проблему с КТУ в районе, завод до сих пор не введен в эксплуатацию. Жители выражают недовольство и считают, что этот объект способен значительно улучшить ситуацию. В свою очередь, Минприроды республики прокомментировали данную ситуацию. Объект в Ботлихском районе внесен в территориальную схему обращения с отходами Республики Дагестан и начнет свою работу в общей системе объектов после создания всей строящейся инфраструктуры. Жители Каспийска бьют тревогу. Они обеспокоены отсутствием пешеходного перехода на опасном участке дороги, по которой ежедневно ходят дети, посещающие лицей номер 8. 6 часов, 7 часов у него заканчиваются уроки. Темнота. Чтобы машины нас увидели, мы включаем свет телефона и переходим. Да. Часами стоят, пока кто-нибудь просто остановит и перейдут дети. Было в прошлом году, что одного мальчика тоже сбивали. Выбили зубы, все, мальчику. Руководство городского ЖКХ утверждают, обращения от граждан не получали. Но теперь, узнав о проблеме, обещают оперативно ее решить. По приглашению Народного фронта мы выехали на улицу Каспийское шоссе, дом 24. Мы в ближайшее время согласуем этот пешеходный переход, обустройство его с ГИБДД города Каспийска. Если жители просят, значит мы его обустроим. Родители надеются, что власти услышат их опасения и обеспечат безопасный путь к лицею. Мусорная свалка в Буйнакском районе. Площадь загрязнения составляет около 5 гектаров. Это почти как 10 футбольных поля. Твердые коммунальные и бытовые отходы накопились на территории между Буйнакском и Чумбар-Аркой. От безвыходности жители сжигают мусор, что наносит значительный ущерб природе и здоровью людей. Народный фронт уже обратился в Минприроды, Россельхознадзор и природоохранную прокуратуру для принятия срочных мер. По факту данного нарушения правообладателю земельного участка в лице муниципального образования Буйнакский район было объявлено предостережение. В последующем, в силу неисполнения предостережения, нам был сформирован материал и согласован с прокуратурой республики для проведения внеплановой выездной проверки. Инспектором государственного земельного надзора была проведена выездная проверка, в рамках которой в отношении должностного лица муниципального образования составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 87 КУАП РФ. Дагестан оказался в числе аутсайдеров на рынке труда. Он занимает 84-е место из 85 регионов России, приводит аналитику РИА Новости. Ключевые проблемы, как поясняют эксперты, это низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. Сам рейтинг учитывал 8 показателей. Среди них уровень заработной платы, занятость и условия труда. Отметим, что мегаполисы и центральные регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, на лидирующих позициях. У них высокие зарплаты, низкая безработица и развитый рынок труда, говорится в сообщении. Главная площадь Махачкалы и главное религиозное событие года. Его посетили более 20 тысяч человек. Праздничный вечер стал кульминацией форума «Мир нашему дому». В нем приняли участие почетные гости, муфтии, религиозные деятели из регионов России и зарубежья, а также представители власти. Открыл мероприятие муфтий Республики Дагестан шейх Ахмат Афанди. Сегодняшний форум «Мир вашему дому» символизирует именно это стремление к миру и единству нашей страны. Для верующих важна роль взаимодействия между органами власти
и религиозными организациями. Это не просто необходимость, это основа, на которой строится стабильность и мир в нашем регионе. Только совместными усилиями, уважая друг друга и работая рука об руку, мы можем обеспечить безопасность и благополучие каждого жителя республики. Бороться с преступностью ценой своей жизни могут только бесстрашные люди. Этими героями являются и сотрудники правоохранительных органов, противостоявших террористам. Сертификаты на поиску Малый Хадж от муфтия республики были вручены родственникам погибших во время теракта 23 июня этого года. Очень приятно, то, что сделали такой подарок в виде сертификата на посещение святых мест. Это большая благодарность от наших семей, от всех семей, которые здесь присутствуют. Я думаю, те дуа, которые будут сделаны, просьба к муфтию сделать дуа за наших детей, будет принята. На мероприятии выступили ученые-богословы. Они рассказали о важности любви и уважения к пророку Мухаммаду, сохранении духовно-нравственных ценностей, укреплении межнационального и межконфессионального мира. Скажи, о Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, если Аллах удостоил нас чем-то достойным, фадаил, или дал нам какую-то рахма, какую-то милость, мы обязаны этому радоваться. Верующие люди обязаны этому радоваться. А самая большая милость, которая есть на этой земле, это приход Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, ибо говорится, «Вама арсальнака илля рахмата лил алямин». Мы послали тебя только как милость для всех этих миров. Сегодня немало наших земляков, честно выполняющих свой долг в зоне СВО. В их числе и богословы, активно ведущие свою деятельность, находясь среди военнослужащих. Им были вручены награды от главы Дагестана Сергея Меликова. Иса Салим Султанов – председатель общины мусульман Курской области. На его счету десятки спасенных жизней. Он помогал эвакуировать жителей, пострадавших от обстрела вражеских сил. Еще 25 лет назад отец Исы противостоял бандформированиям, вторгшимся в нашу республику. Подобное мужество сегодня проявляет и Салим Султанов. Но самая большая для нас награда – увидеть улыбку на лице нашего наставника, который показал нам дорогу, научил нас всему, что мы умеем. И на самом деле мы не сделали ничего, чему нас не учили. Как вы знаете, я обучился в Исламском институте. Спасение духовно-нравственных людей было нашей задачей. Когда враг вторгся на Курскую землю, у нас не было возможности отступить назад или же сидеть где-либо у себя дома. По мере своей возможности мы проявили человеческие свои качества, чему нас и учили. Торжественное мероприятие сопровождалось чтением нашидов о пророке. Также были показаны ролики о проводимой работе муфтията и правительства Республики Дагестан. Альхамдулилля, что Всевышний Аллах подарил нам столько алимов, которые мы есть, нам за кем следовать. Дай Аллах здоровья всем, кто организовал этот счастливый день для всех дагестанцев и не только. Это очень важное событие. Видите, все с душевной, все с радостью вот здесь, все. Дай Аллах всем мира, бараката, все благодать этого месяца. Сегодня такая прекрасная, приятная атмосфера. И такие мероприятия несут огромную пользу. В первую очередь это объединение нашего народа. Дай Аллах, чтобы каждый год были такие мероприятия, чтобы наши народы сплотились. На сцену были приглашены почетные гости Дагестана, муфтии и религиозные деятели. В торжественной обстановке им были вручены памятные подарки. Богословами было отмечено, что всех собравшихся объединяет одна цель – сохранение мира и благополучия на нашей родной земле. Перед всеми была зачитана резолюция, согласно которой участники форума «Мир нашему дому» категорически против всякого насилия, экстремизма, терроризма, фашизма, неонацизма и разжигания розни между людьми из-за их национальности или религии. Наша держава, наша Российская Федерация подвергается нападкам со стороны Запада, Америки, когда более 50 стран, объединившись, хотят уничтожить Россию, как и это и раньше происходило. Консолидация народов, проживающих на территории России, вне зависимости от национальности и вероисповедания, должна сосредоточиться на единстве.
Все, кто собрался на площади, коллективно вознесли руки в мольбе ко Всевышнему о благополучии общины верующих и укреплении среди них единства. Ну а завершилось мероприятие красочным фейерверком. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, придя в этот мир, объединял людей, призывая их к истинной вере. Сегодня мы видим, что это дело продолжают организаторы данного мероприятия, муфтият Республики Дагестан, объединяя людей вокруг истинных духовных ценностей. Ведь именно так можно поспособствовать укреплению единства среди народа. Именно это поможет сохранить мир и послужит тому, что в нашем обществе будет процветание. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Прямо сейчас мы находимся на центральной площади города Махачкалы, где накануне прошло мероприятие «Мир нашему дому». Вы только представьте, 20 тысяч человек приняли участие в этом событии. Фонд «Инсан» раздал каждому из них пакетик с едой. Но несмотря на это, площадь остается чистой. А помогали в уборке сотрудники дирекции парков и скверов города Махачкалы. Площадь имени Ленина – одно из популярных мест в Махачкале. В праздничные выходные дни сюда приходят жители и гости города для отдыха. Сотрудники санитарного отдела регулярно убирают площадь, подметают, моют плитку с помощью техники, собирают и вывозят мусор. Скамейки и памятник Ленину обрабатываются дезинфицирующими средствами. Во время форума «Мир нашему дому» сотрудники обеспечили уборку до поздней ночи. Завтра, в преддверии Дня единства народов Дагестана, будет проведена санитарная уборка и мойка площади. Более 3 миллионов рублей составляет призовой фонд всероссийского конкурса «Молодые алимы России». Студенты и выпускники исламских вузов со всей страны будут соревноваться в знаниях исламской юриспруденции и основ вероубеждения. Главный приз – это автомобиль, второе место – 300 тысяч рублей, третье место – 200 тысяч рублей и другие ценные призы. В общем, у нас будет 8 мест. Четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое места, они тоже ценные призы получат. Конкурс тоже непростой. Вот количество участников говорит о том, что конкурс нелегкий. Уже 20 человек на данный момент есть у нас заявки. Там есть уже приблизительно 5-6 книг приходится им наизусть учить. Это приблизительно вот такой объем страниц. Вот сколько приблизительно книг они должны уже наизусть, на зубок. Отметим, что первый этап конкурса состоится 15 сентября в Дагестанском исламском университете имени шейха Мухаммада Арифа в Махачкале.